конечно, не какие-то. Я сказал здорово, пугалы, отвернулись, значит, знают. В Колымном автобусе страшный водитель, ему дают деньги, он смотрит вперед, и сбоку бабка деньги сует, но гордый таможенник никто не берет. Потом заметил, спрятал в карман, моя остановка, я страшный пацан. И глупая мысль мне пришла, мою репу, на каком телефоне я только что ехал. Я шел и смеялся, действительно так, ведь все люди страшные, а я дурак. Ведь все люди страшные, я вообще урод, ведь все люди страшные, я вообще урод. Ой, 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 ой.